Раздражение. У меня прыщик. Девочки, у меня прыщ. На 75-й церемонии «Золотой глобус» супермодель Кендалл Дженнер удивила проблемной кожей. От акне Кендалл не избавилась в подростковом возрасте. В сети посыпались ехидные комментарии. Кендалл не смутилась. Никогда не позволяйте такой ерунде остановить вас. Риана тратит на косметолога 50 тысяч долларов в месяц. Но это не спасает. Чтобы отвлечь внимание от несовершенной кожи, Риана красит губы яркой помадой. Виктория Бекхэм борется с пигментными пятнами на лице. Во время отпуска Бекхэм прячется от солнца. Все время в кепке? Ким Кардашьян решилась на лазерную эпиляцию по удалению волос на лбу. Думала, так ее лицо станет безупречным. Теперь Ким жалеет. Говорит, выглядит старше. А когда папарацци застали Кардашьян в бикини, стало ясно, свои фотографии Ким ретуширует. А в свет без корректирующего белья не выходит. Вы тянете спереди, я буду тянуть сзади. Раз! Сальма Хайек не стесняется растяжек на теле. В соцсети Сальма призналась: благодаря этим полоскам муж ласково зовет меня «моя тигрица». Это романтично. Теперь красавицы все чаще публикуют свои фотографии без макияжа и ретуши. Против бодишейминга, то есть против травли тех, кто не вписывается в модельные стандарты, уже выступили и Кейт Бекинсейл, Хлоя Морец, Дженнифер Энистон и модель плюс сайз Эшли Грэм. Женщины провозглашают: да, мы не идеальны, а проблемы с кожей и лишним весом могут быть у каждой. Но это никогда не помешает нам получать удовольствие от жизни.